Всем привет, дорогие подписчики и гости моего канала. Я нахожусь в своей беседке. Немножко тут прибралась. Но еще пока, конечно, тут работы много. Так, чуть-чуть хоть присесть и кофейку с вами попить. Кто еще не пил, приглашаю. Я вот притащила сюда вот стаканчик. Сейчас вместе с вами налью и буду пить. И немножко скажу, что я делала вчера поздно вечером. А поздно вечером я вчера была в огороде или на огороде, как правильно, без разницы. В общем, полола я вчера. Поздно-поздно уже, поздно вечером, уже пятиэтажка нас уже спать ложилась. Но сегодня мне снова сказали, что Таня, чего ты там видишь, что так долго сидела в огороде. Я говорю, так видела, я на ощупь в темноте работаю. Танюха у меня там вот. Танюха, я тебя снимаю. Очень гинично, очень-очень. Вон, у меня соседка Танюшка уже тут это про травой занимается. Вот она, видишь, Соня за Соня. Надо нам с тобой возобновить чаепитие. Я говорю, чаепитие надо возобновить. Смотри, заходи на мой канал, тебя увидишь. Так очень просто. Вот. В общем, сбила меня Танюшка. Надо этого. Надо самовар, да. Вот. Таня, нам много чего надо. Нам много чего надо, да. У нас сегодня вот опять такая обильная роса выпала. Меня уже с утра поругали, что я сказала, что форточку открыла, сама закрыла. Я на тебя жалуюсь. А что ты? Что ты меня ругала? За что? За форточку. А-а-а. Так что вот, все теперь будут знать. Ты сама мне сказала, не надо закрывать. Правильно, правильно, Танюшка, не надо закрывать. Не будем закрывать, все, хватит. И на старуху бывает проруха. Вот. Это у меня тут петуньки, я их обрезала. Одни голые стебельки у меня теперь вон стоят. Вот рассадила я тут всякие вот разные кашпо. Вот когда они еще мне тут нарастут? Самые простые такие вот цветочки. Ну что сказать, не знаю, с чего день начать. Сегодня духов день. Кажется, работать-то сегодня нельзя. Но мы будем. Да простит нас она. Мы же на земле трудимся. Вот. Растение требует нашей помощи, чтобы мы им помогли. Особенно у меня. Надо все рыхлить, мульчировать, так как погода обещает быть теплой. Кстати, примета сегодняшнего дня. Если есть комары, то лето или июнь. Нет, июнь, по-моему, июнь. Конец июня будет теплым. Но с грозами, дождливый. Вот так вот. Сегодня прочитала утром. Ну вот, ребята, всем доброго утра. Кто со мной завтракает, приятного аппетита. И до встречи. Вечерком все расскажу, что я, чем занималась в течение дня. Заниматься-то вот мне есть чем. Ну, надо срочно мне замульчировать томаты в теплице. Наверное, видели, что я тут вот косила своей тут косой. Блин, вообще такой прекрасной косой. Как бы она мне не сломалась, эта прекрасная коса. До чего я тут кусты буду рубить. Вот. Сгребла я такие кучки. И вот хочу вас спросить. Вы мульчируете землю или нет? И чем? Раньше я мульчировала сеном, соломой. Была возможность вот скошенной сухой травой. Но сейчас вот я думаю, надо мне вот такой вот сырой травой. Она чуть-чуть у меня подвялилась вчера за день. Я ее пошевелила. Вот, ну что она не совсем сырая. Вот как вы считаете, это приемлемо вот сырой травой мульчировать? Не будет ли там вот этой вот живности опять? А с другой стороны, я тут прочитала, послушала тоже многих, вот, что мульчирует сырой, так как она там преет, разлагается, червячки работают под ней, благо сохраняется дольше. Вот хочу я попробовать вот этот вариант.
промульчировать томатики мои в теплице. Вот, жду отзывов от вас. Чем вы мульчируете или не мульчируете? И почему этим способом вы не пользуетесь? Потому что поливать это тут вообще муторно, блин. Столько-то корней, такую-то большую теплицу. Хотя и бочка рядом, все равно не натаскаешься. У меня ж не капельный полив. Вот, у меня там еще, видите, можно косить и косить. Так что пойду работать. Вот буду таскать вот отсюда. Вот это старый заброшенный участок соседский. Вот, для новых зрителей говорю. Вот там мой дом. И там стоят мои теплицы около дома. Почти около самого. Вот мне надо через весь огород вот это вот сейчас вот вынести. А это вот у меня вот здесь вот участок еще вот внизу. Вот. Так что смотрите, чем я буду заниматься. Ну вот, ребят, я снова на огороде, уже далеко за полдень. Утром поработала, кое-что порыхлила, картошку там подокучила. Вот сейчас вот пришла, думаю, полить надо. Вот чесночок полила, там морковку, которую посадила, лук сивок. Вот, теплица там замульчировала. Может, завтра покажу или что, не знаю, или может вечером. Вот и ждем мы этой жары, но как-то и не привыкли мы. Не южане, мы северяне. Очень тяжело работать на огороде. Еще пока никого. Одна я. Вот. Даже вон капуста, смотрите, видите, листочки опустила. Хотя земля и влажная. Здесь вон там что-то у меня огурцы. А, сейчас скажу я, чего буду делать-то. За душу мне прям тянет. Вот всякие вот эти вот недоработки, вот всякая вот всякий бардак. Ну вот здесь вот я разрабатываю, все, наверное, уже знают. Здесь посажена у меня капуста, елочки, вот бедненькие. Плохо болеют. Болеют елочки. Видите, капуста валяется. Хотя она уже прижилась. Вот здесь, вот видите, в этом, как сказать, немного сыровато и в тени стоит. А тут уже у нас ножка валяется. Вот. Видите, такой тут у меня бардак. Вот этот вот. Все это тут надо мне разгребать, эти завалы. И тянет за душу. И благоустраивает тут вот территорию вокруг беседки. Хочу все тоже разработать. Вот. Не знаю, как получится. Вот. Видите, трава прям наступает. Вернее, я на нее наступаю. Так как здесь вот это вот все было запущено. Все я облагораживаю и буду заниматься. И потом результат я вам покажу, что я тут сделала. Вот, так что не могу ничего никаких тут вам сейчас еще рассказать. Какие-то планы. В общем, как работа пойдет. Как будет у меня работа. Вот. Здесь лопата-то очень плохо, наверное, будет втыкаться. Ну ладно, попробуем. Сейчас что-нибудь попробуем. Все равно покоя мне нет от этого участка. Следующим этапом преображения моего участка в голову пришло вот сделать вот такую траншею. Я выкопала ее где-то на штык лопаты. И дальше покажу, что буду делать. Вот такая у меня получилась траншейка, застеленная рубероидом. Я его застелила для того, чтобы трава не росла. Вот. Сейчас я покажу, что я буду сверху класть. Вот думаю, не глубокую ли я ее вырыла. Ну, сейчас посмотрим. Вот у меня тут, вот видите, всякие столбики есть. Их тут у меня целая куча. Они только тут у меня зеленеют. В общем, это самое. Я их сейчас вот сюда разложу. Вот, смотрю, как тут у меня будет. Все бросила, побежала домой. Пришла Танюшка на огород, говорит, воды нету дома. Ну, я и понеслась, а у меня титан включен. Я теперь не знаю, где же мне сегодня мыться-то. Придется на речке купаться. Вот. Короче, вот не знаю, я, наверное, снова тут что переделаю. И снова вам покажу. Ну и жара у нас.
Я вообще в ауте. Вон, смотрите, что я все-таки надумала в конечном результате. Бревна эти все откинула, мне что-то они не получались. Что-то как-то не выходило, все не по фэн-шую, все по один, знай как. И вот я решила, здесь вот обрезки у меня были, вот пластик. Вот такой бордюрчик сделала, грядку внесла. Вот. И сейчас я заложу рубероидом тропинку. Покажу. Ну вот, ребят, смотрите, что я натворила-то. Вот такой у меня дизайн. Только не смейтесь. Мне самой смешно. Ну а что делать? Вон, если видите, чего тут сплошняком идет это сныть вообще. А я не люблю, когда тут вокруг меня все вот эти вот заросли. Вся вот эта травища прет. Вот такую грядочку. Если елки у меня на следующий год не приживутся, я их выдерну. И что-нибудь другое посажу. Ну а вот пока вот так вот. Пока будет у меня так. Вот капуста с елками. Может, еще бархатцы туда вот посажу. Низенькие. Высокие не будут. Так что они это самое очень хорошо заполоняют. Как-то был у меня печальный опыт капусту посадить вместе с бархатцами. Бархатцы вымахали и все затенили. В общем, это не капуста, а одни эти были листья. Клубков не было. Вот. Хотя и выдернула их, но уже время было упущено. Так что тоже не советую сажать вместе с бархатцами. Но я вот там вот за елочками посажу их. Елки такие вот страшные. Ну что, бревнами прижала, чтобы это вот не улетел рубероид-то. И будет у меня там земля отличная. К осени перекопаю там этот проходик. А то так и так оставлю. Вот. Вот на сегодня вот так. Пойду я, наверное, сейчас костер разведу и покушаю тут же на природе в своей беседке. Вот. Что-то раскочегарило костер, палочек там пошла, каких-то там крутиков. Думаю, сейчас сардельку сделаю. Положить положила, а что-то вообще не лезет. Жарко, пить хочется. Салатик был сделан, и так вот поела быстренько. Время 8 часов, у нас там все поливают. Ой, я тоже вот полила. Тут надо точно срочно мульчировать, иначе это беда. Речка совсем у нас сейчас обмелела. Спуск туда и подъем очень тяжелый. Вот тут такие вот еще лавы, надо что-то еще вот этот вот участок как-то облагораживать. Вот. Что-то я не знаю, совсем я устала. Что-то язык на плече, да еще жара такая. Вот. Пойду я, наверное, ребят, сейчас закрою, не буду там про мульчирование больше ничего говорить. Будет настроение, я вам это расскажу и покажу. Вот. Тут у меня эти звездочки распускаются. Вот. Потом посмотрю я это самое, что у меня там, как со временем-то на монтировку. Сейчас пока еще что-нибудь полью, да, это самое. Пусть, думаю, видео монтируется. Вот, и загружу вам сегодня. Посмотрите, чем я занималась. Давайте будем прощаться. Солнце у нас уже за пятиэтажку. Все уже скрывается. Танюшка у меня ушла домой. Все уже полила. Вот. Завтра опять день за работой. Посмотрите, чем буду заниматься. Ну что, всем пока, до встречи.